одновременно 50 странам. И мы с гордостью представляем слово нашему куратору Фатимат Гусейновой. Еще одну. У Фатимат Гусейновой сегодня день рождения, и поэтому давайте все вместе поздравим ее с днем рождения. После такого уже сложно говорить. Здравствуйте всем, очень рада вас видеть. Ну, этот проект представляю не только я, вместе с нами 23 автора, художника, с нами еще арт-критик, фотограф, мы позже всех объявим, переводчик, постоянная наша группа, наши этнокрылышки, наша бригада этноцентра, очень активные девочки, которые, без которых просто ничего бы не случилось. Ну, в общем, сегодня мы открываем проект, который называется «We are only on the side of peace». На английском языке вы понимаете, потому что он международный формат. Вот. И я бы сказала, что это мультипроект, потому что он сейчас, в этот день, сегодня открывается в 50 городах мира. Я думаю, что чуть позже мы все-таки с ними свяжемся по скайпу. В этом году не так активно, как в прошлом связь, но все-таки мы попытаемся. Вот. Что я хотела бы сказать? Наверное, нужно рассказать о том, как готовился проект, да? Ну, как любое дело, как любое светлое, хорошее дело, очень сложно бывает делать добрые дела. Начинают мешать какие-то потусторонние силы. У нас, конечно, были сложности, вот, но то погода, то еще что-то. Ну, все-таки я считаю, что случилась довольно-таки интересная такая вот выставка. Проект, вот, и у каждой работы свой особый смысл. Ну ладно, я об этом не буду, что-то ухожу. Волнуюсь! Я очень благодарна, мы, наша группа, этноцентр, очень благодарна вам за то, что вы следите за нашей работой, за то, что вы участвуете, потому что сами для себя, конечно, мы бы это не делали. Сейчас я бы хотела пригласить сюда всех участников, художников, арт-критика, переводчика, фотографа, он сейчас занят делом. Но прежде чем они выйдут сюда, наверное, было бы символично вручить сертификат самой маленькой нашей участнице, Марьям Гусейновой, которой всего лишь 4 года. Марьям Гусейнова! Девочка, найди, пожалуйста. Ну и далее... Да. Очень хочется попросить художников, выйдите, пожалуйста, сюда на подиум. Да. Иди сюда, Маряша. Вот наш самый маленький участник, ей всего 4 годика. Да, Маряша? Дай слово. Малика — это самая младшая в их семье, девочка. Поздравляем тебя! Уважаемые художники, подойдите, пожалуйста, мы вам хотим вручить тоже. Отрадно то, что мы сегодня к открытию успели подготовить каталоги этой выставки проекта, поэтому сейчас нам бы хотелось и каталоги вручить, и сертификаты тоже. Итак, сейчас буду вызывать всех по очереди. Ибрагим Халил Сукьян. Наверное, это получится долго, но сейчас попробуем. Хадижат Магомедов. Маняша. Ты наша Хадижат. Просто пропеллер. Спасибо. О, это не обязательно, это мое. Амир Амиров. Фотограф. Ты все знаешь, что это ты. Альбина Конопатская. Альбина видела ее сегодня. Поздравляю. Наталья Савельева. Почему-то сюда выходить никто не хочет. Одно и мне здесь бояться.
стоять. Мурат Халилов. Мурат. Тагир Гапуров. Шабиль Ахметов. Апанди Магомедов. Зараса Гагуева. Кстати, Зараса Гагуева – координатор проекта. Магомед Сагидаев. Вот там под колбой. Алима Зайдудинова. Амина Кабулаева. Ее малышка, ей позволяем указывать. Джамиля Загирова. Ну, надеемся, что подойдут. Заира Магомедова. Здесь тоже нет. Елена Гапурова. Здесь она, я видела. Закарьян Закарьян. Елена Гапурова, я ее видела в зале. Ну, Елена. Башир Мусалаев. Это наш переводчик. Спасибо большое за волонтерскую поддержку. Зайнудин Исаев. Спасибо. Диана Гамзатова. Зима. Альфия Гасанова. Нет? Ну тут еще и Видат Чалик, наш куратор, но мы ему повезем. А еще один координатор Муса Гайдаровский. Отдельное спасибо Мусе за то, что он и физически, и морально на себя взвалил просто огромную часть работы. Спасибо, Мусе. Главный профессор. Спасибо. Идрис Гусейнов. Это не Влад. Руки заняты. Он нам помогает технически. Спасибо. Спасибо, Идрис. Ну и Саид Тихилов. Ну вот так вот пока. А по скайпу мы, как я уже говорила, попробуем чуть позже связаться, но у нас в программе еще сегодня есть такой интересный момент. Хадижат, ты готова? Знаете, вот очень благодарна Шахри Гамзатовой, нашей волонтерше, которая в прошлом году просто неожиданно вдруг вылезла на сцену и спела нам песню. И чем нас очень удивило, конечно же, мы в этом году ее попросили еще раз, но у нее с ней группа поддержки, она, наверное, сейчас их назовет, кто. Девочки, я думаю, пойдем. Со мной петь будет Матина и Саида. Песня называется «Мир без войны». Что-то в мире случилось с тобой. Сердце стало у всех ледяное. Забываем и все чаще близких теряем.